Sveikis, mes Vytautas ir aš žiūriu Watch Dogs 2 ir mes tęsiam išlaužimą Home, tos kompanijos, kur mes praeitą kartą išlaužinėjom, ir mes ją tęsiam. Imam mini kuperį ir lekiam. Pažiūrėsim, palaukit. Žiūrim. Netoli, visai netoli. Nereikia. Apsieisim be teleporto. Beje, ausinės aš įsigijau. Ir antradienį vakare arba trečiadienį ryte šitas video išeis. Jau bus įkeltas į YouTube'ą. Nors jisai bus įkeltas šiandien, bet pasiskelbs jisai automatiškai. Tai arba antradienį 7 val. Vakare, arba 10 val. Ryto trečiadienį. Na ką, laužiam. Au. Aš neįsivaizduoju, hey, kaip dabar bus. Эксплойт сработал. Я внутри. Ты супер, Маркус. Осмотрись в доме. Хаум хранит данные юзеров локально. Часть системы безопасности. Если получишь доступ к записям того, как люди осматривают дом, этого вполне хватит. Понял. А ты кашвену не галю супрост. Пойду. Кип. Ir kaipgi man čia užeit? Aš noriu pasakyti, kad man čionai, ne? Na jau ne. Aš to tikrai neleisiu sau. Aha. Au. Lazeris. Ai ne, čia. O tas... Выезжаем к заданной тревоге. Что у вас там? Всем занять свои места. Посторонние... Фак. Чисто. И там это и да, да? Ir... Нарушитель на нашей территории. Боже! Найти его! Вперед! Ищем объект. Это что там? Ну окей.
Так, спаим-то. Man jau dabar apsimoka, kad mane nužudytų. Nu va. Taip ir įvyko. Okei. Ei, народ, эксплойт сработал. Я внутри. Ты супер, Маркус. Осмотрись в доме. Хаум хранит данные юзеров локально. Часть системы безопасности. Если получишь доступ к записям того, как люди осматривают дом, этого вполне хватит. Понял. Чисто. Блип-блип-блю. Вас приветствует Хаум. Умный дом будущего. Предлагаем вам насладиться экскурсией и познакомиться с домом как можно ближе. Трогайте, открывайте, используйте по своему усмотрению. Это ваш опыт, ваш путь. И когда придет время принимать решение, помните, без Хаум дом не дом. Сектор осмотрен. Нарушитель на нашей территории. Сектор осмотрен. Выполняю свою программу. От рано не спать. Проблемеля. Всем занять свои места. Блип-бип-блю. Сектор осмотрен. Привет, мой коллега по охране. Ничего нового.
он потянет только слился. Ничего нового. Привет. Я тут патрулирую. Система функционирует нормально. Все идет своим чередом. Манта не пополд. Все чисто. Сектор осмотрен. Тема функционирует. Я нажоджу. Системы работают исправно. Система функционирует нормально. Сектор осмотрен. Привет. Все идет сюда. Привет. Все идет своим чередом. На весь анман ты не грязя. Ну не грязя. Бум. Ты все бегом из района. Это як. Вон как тик машина. Постатита. Кип поранка. Na gal, lieka 17 minučių ir mes turbūt pratęsim dar. Народ, сервер, лажа? В смысле? У тебя был доступ? Это транзитный пункт. Данные где-то еще. Нет, 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 нет. Эта система работает не так. Если бы они установили... Джош, ты еще там? Похоже, он читает доки фирмы скоростным методом. Мы расскажем, как, ты пойми, почему. Лады. Окей, костолёв. Let's go. А, не пролетел. Может, я сутрачил машина, бевейк. Дар вожуя. Mano senelis sakydavo krūta ir gerai. Jo, bet jau tokia ne visai. Маркус, фолловеры все прибывают. Теперь Блюму придется шевелиться. Окей. Я не понимаю, как им дали захватить такую власть? Мы с детства читали книги про Большого Брата, полицию мысли, предпреступный отдел. А теперь это все вокруг нас. Благодаря Блюму и их СТОС.
Писатели давно все предсказали. Но все повелись на красивый дизайн и маркетинг и купили троянского коня. Же, ну, а главное, CTOS действительно делает то, ради чего создан. Такие у меня ссыки еще. Мы боремся с системой, которая на первый взгляд помогает людям. Буду. И только на второй ну, видит. Так спойлерс бус. У меня к тебе вопрос. Кат. Какой у DedSec доступ к CTOS? Ну, проблема у ТРС мертвец. В CTOS 1.0 был почти полный. Купил, подел, не сыкись. Упустили шанс сделать что-то серьезное. Что касается 2.0, мы первые, то кто рыпнулся и подобрил по матисам, на шаг впереди. На этот раз они были готовы. Когда я думаю, что DedSec просто тема для брифинга в Блюме, мне как-то не по себе. Ничего, они еще подчеркнут нас красным маркером. Мантро, че пати сункявся миссия. Народ, я рядом с данными. Найдите мне способ подрубиться. Фак. Окей. Побандись мы шла уж. Ну как им? Так, поехали. Бандом? Ну нихера. Лайме. Хаум получает Саво. Потоки данных отовсюду. Походу дело это не только 2.0. Ты прав. Слишком много данных для количества подключенных девайсов. Покопаюсь в их системе, посмотрю, куда стекается вся эта инфа. Хм, держи в курсе. Тема функционирует нормально. Ну, серьезно, что ли? Все идет своим чередом. Что, правда? Черт, а нет. Блип-бип-блюп. Мантыки счался. Уходи, или я буду стрелять. Ты реально хочешь выпустить игрушку, которая следит за детьми? Сектор осмотрен. Окей, ты дарба сделал джемпера. Бум. Боже мой. Странно. Что? Фак. Фак, фак, фак. Оу, щит. Все чисто, идем дальше. Угу. Он ушел.
Разворачиваемся. Ну ты минимум. Мум Пакелимас и Виршу Амстого. Ты отваливать. Это такая подстава, вот что я скажу. Нас по пульсам. По пульсам į viršų, po to tenai nusileisim, po pulsim į antrą aukštą, po to vėl pakilsim į o čia ir kamerom išlaušim. Vat mano pagrindinis tikslas kol kas. Kol kas tai bus. Не убей! Нарушитель! Нужна помощь! А? Если... Есть описание объекта. Ждите подтверждения. Фак. Nepavyko mano planas. Nu, jis realiai įgyvendinamas, bet turbūt sunkiai. Ane? Kaip aš supratau. Stojat na mieste! Расходимся! Начинаем поиски! Выходи и сдавайся! Я не... Что? Мы не хотим насилия! Вот ты! Все сюда! Ждите описания объекта, прием! Na, tikiuosi viskas. Jūs gal ką, juokaujat. Stop, juoka rimtai. Thank you.
Так, открываю шлюзы. Есть! Маркус, что ты сделал? В смысле? Я дал вам доступ. И заодно предупредил охрану Хаум. Наверное, их соединение мониторит вспомогательная система. Затаись и пережди. А мы по-быстрому все... Bet mano klaidos, jokiais būdais. Nes čia mano buvo klaida, kad aš nepalaukiau apačioj. Bet viena iš mano neklaidų, tai kad aš šenai užlipau. Ir tai iš tikrųjų gerai. Nes mum geriausiai viršui būt, nes niekas nepamaišys ir tiesiog vat, greitai bus viskas. Okei, mane jau nervina šitas garsas. Susitiksim, kada bus 100%. Ne va, 100% ir mes bėgam iš čia. Tiesiog bėgam. Ir tiek. Ir aš jums po to sakau, ačiū, kad žiūrėt, iki pasimatymo, ir ate. Komentuokit, pranakit, spauskit like ir dažinkite su draugais feedbuke. Fuck mentai, gal nepastebės. Nepastebėjo. O, raudona. Okei, nepastebėjo. Labai puiku. Labai puiku. Kad nepastebėjo. Ir viskas. Sėdom į mašiną. Ir lekiam iš čia. Ačiū, kad žiūrėjote, pasimatymą, norite komentuokit, paskait, laikit, dalykite su draugais feedbook'u. Iki. Sitara, Непомешкайте истоти мано группе. Тикрас Летурис Венас. А потом выдает доступ другим компаниям. В основном, похоже, страховым. И что? Часто заказываешь пиццу, цена страховки взлетит. А Хаум получает откат. Надо же, жесть. И это только цветочки. Мы у себя все прошерстим и найдем для ролика что пожирнее. Что он делает? Почему он сует себе зубную щетку в... Эй, спойлеры, спойлеры! Йоу! Без спойлеров, честно. Ролик Ситары почти готов. Я выбрал клевую тачку, поеду к Сутро. Поможешь подготовить канал? Хочешь, чтобы я его хакнул? Блуди ты, чел. Уже еду. Я тупой,